Наконец-то наступил Новый год, и теперь я могу получить подарки от Деда Мороза. И Катя тоже может получить. И все родители. Да, и надеюсь, то, что ко мне кто-нибудь сегодня придет. А то ведь скучно одной праздновать Новый год. Лирка, ты знала? Что я знала? То, что мне Дед Мороз собаку подарит. Члена уже больше. Да! Ура! У меня будет собака! И я буду ее кормить, поить, гулять, на елку сажать. Она будет ходить, ходить и ходить. Я буду ей кидать игрушку. Она будет самая счастливая собака в мире. О, это же прекрасно. Да! А кстати, мама сейчас попросила тебя, чтобы ты сходил в магазин. Зачем же мне ходить в магазин? У нас же вроде бы все есть. Мама сказала, чтобы ты купила помидоры. Помидоры? А у нас что, их нету? Вроде бы вчера были. А, так я их съела. Не смотри на меня так, да, съела? И папа сегодня, кстати, приедет, наконец-то. Если он в следующий раз задержится на целый час, его уволю с этой работы. Ладно, Катя, все. Ну ладно, хорошо, иди за огурцами и помидорами, потому что их съела, и в магазин иди. Все, пока. Пока, Катя. Лира, доброе утро. Доброе утро, мам. Ты можешь, пожалуйста, сходить за помидорами в магазин? Да, конечно, мам, мне не трудно. Спасибо огромное. Сходи, пожалуйста. Угу. Я сейчас тебе дам денежку, и ты сходишь. Хорошо, мам. Скорее бы прошел этот отвратительный день. Ненавижу Новый год. Из-за него у меня такие проблемы в семье. У меня пропала сестра именно в этот праздник. Ненавижу его. Лучше бы что-то хорошее произошло. А у меня сестра пропала, блин. Все радуются, а я грущу. Только утро сейчас, и уже столько проблем разных. И про это даже говорить не хочется. Надоело мне это все Новый год, это надоел. Скорее бы наступил следующий праздник. Дочь, пожалуйста, сходи за хлебом, у меня хлеба нету. Хлеба дома нету. Да, доченька, пожалуйста, сходи за хлебушком. Ладно, мам, хорошо. Спасибо огромное. Муа, не грусти. Ладно, не буду. Тогда сейчас денежку тебе дам, и ты сходишь. Хорошо. Пока, одевайся. Сынок, ты главное не замерзни, а то, как в прошлом году, помнишь, покатался на качелях, отморозил себе все и заболел. И в Новый год с температурой по 39 лежал. Ну как, понравилось тебе? Нет, мамуль, мне в прошлый раз не понравилось. Но в этот раз я знаю, то, что надо одевать двойные трусы. Надо не двойные трусы одевать, а надо теплее одеваться. В прошлый раз ты в джинсах вышел на улицу без моего разрешения. Ладно, пап, теперь буду в тройных трусах ходить, а еще джинсы сверху одену. Здравствуйте. Здравствуйте. Папа, смотри, какого красивого снеговика я слепил. Ой, сынок, он реально красивый очень. Может, пойдем домой? Ну, пап, ну мы только вышли. Но я не знал, что ты так долго гулять будешь. Ну ладно, пойдем. Просто я уже замерз. Хорошо, пап, ну я тоже себе лапку отморозил. Лапка-то моя. Ножку. Да, ножку, пап. Пойдем. Пойдем. Все, украсили здесь, испортили настроение. Извини, давай руку. Спасибо.
О, прости, пожалуйста, меня, я не специально, я неслась домой, просто мама попросила огурцы купить, а я несусь с плохой новостью. Понятно, а я за хлебом пошла. Понятно. Кстати, меня Лирой зовут. Меня Ночка. Давай дружить? Ну, давай. Ладно, давай с тобой за батоном хлеба схожу. Ладно, пойдем. Кстати, хочешь ко мне в гости? Ну, в гости хочу, да. Ну, тогда давай пойдем. Ну, пойдем. Бежим. Угу. Ты отнеси хлеб сейчас. Хорошо. И встретимся с тобой тогда на улице. Окей. О, ты уже здесь? Ну, сколько ты меня ждешь? Да недолго, 5 минут. А, хорошо. Что будем делать? Ну, сейчас же еще не вечер, поэтому я думаю, то, что можно погулять. А потом когда ко мне в гости сходим. Мне мама разрешила. Окейшки. Пойдем на дискотеку. А? На неновогоднюю дискотеку. А почему? Ну, у меня не очень хорошие воспоминания с Новым годом, поэтому ненавижу его. А, ладно, хорошо. Тогда по дороге расскажешь? Да, я, короче, потеряла сестру, и поэтому после Нового года. А почему именно это? Потому что сестру-то я потеряла именно в этот день. В Новый год? Угу. Вот такое вот у меня, вот такая вот у меня история. Ой, я замерзла, я пойду, пока. Пока. Слушай, тебе нравится эта дискотека? Да, довольно-таки сильно, прикольно. Мне кажется, то, что можно в следующий раз на Новый год тоже сходить на такую же. С тобой я полностью согласна. Смотри, там одинокий пацан сидит. Пойдем к нему. Мне кажется, ему грустно. Ну, пойдем, как хочешь. Здравствуйте, а можно у вас купить торт? Да, конечно, покупайте. Какой хотите? А у вас только эти два? Да. Ну, тогда я никакой не хочу. Но вы будете уже заказывать, я здесь стою уже 10 минут. Ну, извините, я просто очень хочу выбрать что-то своей жене на праздник, а не могу. Торты продаются в магазинах, а не на вечеринках, молодой человек. Стоп, я на вечеринке? Да, вы на вечеринке. Ой, ошибся адресом, извиняйте. Здравствуйте, можно мне холодный коктейль? Да, конечно. Ты ведь шапку там оставила? А, да, вроде бы. Ну, раз мы пришли на дискотеку, тогда давай танцевать, что ли. А это дискотека? Ты что, с дуба рухнула? Конечно, это дискотека. Давай танцевать уже. А, ну, ладно, как там, вот так? Ну, можно и так. Сколько минут? А я так вообще когда-нибудь остановлюсь? Если хочешь, можешь мне танцевать. Что, реально? Да, пойдем туда. Девушки, отойдите, пожалуйста, мне надо выйти. Ладно, пойдем, Ханна. Ну и сдалось это мне. Фи. А что эти так не новогодние? Потому что это не новогодняя вечеринка. Ты что, забыла? Я ненавижу Новый год.
А почему? Дед Мороз подарок нам принес и... Ладно, забудь. Привет. Слушай, Ночка, тебе тут мальчик какой-то говорит привет. Нет, я... Ну, я вам, конечно, всем. Здравствуйте. Здравствуйте. И так надо отвечать, да? Да-да. Привет. Меня зовут Ночка. Приятно познакомиться. Меня зовут Игорь. А меня Лирка. Какое красивое имя. Лира. А вы сегодня свободны? Нет, я сегодня с Дедом Морозом буду праздник отмечать. А чё? Нет, просто хотела бы к себе в гости позвать. Мы лучше с Ночкой и с Катей, и с моей мамой, и с моим папой отметим Новый год. Точнее, не Новый год, ведь так? Ладно, Новый год. Только ни одного слова без на Новый год, хорошо? Про Новый год ни одного слова? Ну, ладно, хорошо. Девушки, вы очень красивые. Можно туда? Да, можно. Если можно. Можно? Не спрашивай меня, что хочешь, что и делай. Я пошла. Ты куда? Я домой. Что? Ты куда? Хотя бы номер свой оставьте. Номер? Угу. Хорошо. Тогда мой номер... Как еще раз зовут? Лира. Хорошо, я тогда вам позвоню потом. Тебе. Хорошо. Номер. Пойдемте, запишем. Записываете? Да, записываю. Угу. 8-929-578-77-55. Ага, спасибо, я тогда вам позвоню. Хорошо. С наступающим нас всех! С наступающим Новым годом! Миледи, и с вас с наступающим Новым годом. Как вас зовут? Вам-то какая разница, как меня зовут? Ну, Лира меня зовут. До свидания. Очень прекрасное имя, а меня Влад. Как долго прибыли на этой дискотеке? Быстрее, бежим! О, несусь. Быстрее ко мне. Мама. Да, доченька. Мы пришли. О, здравствуй, как тебя зовут? Меня зовут Ночка. Приятно познакомиться. Добро пожаловать в наш дом. Давай, вешай свою одежду. Хорошо, сейчас повешу, подожди. Бежим на кухню, уже 11 часов. 11? Ну, а что я говорю? Бежим. Пришли. Мы не опоздали? Нет, вы как раз вовремя, да, Катя? Да, папуля. Ну и хорошо. А сколько сейчас времени? Сейчас 59 минут. Что? Мы так задержались? Стоп, ты же мне говорила, то, что время-то 23 только. А ну я же не знала, то, что уже столько. Я примерно сказала. Уже куранты начинают бить. Уже начали бить. Агась. Хоу-хоу-хоу! Всех с наступающим Новым годом! Это не может быть. Папа, я боюсь. Это Дед Мороз? Как это так? Да, я Дед Мороз, собственной персоны. Я же говорила, надо верить в волшебство. Ага. Итак, Катя, подойди сюда.
Я знаю то, что ты очень сильно хотела собаку на Новый год. А это так и есть. Держи ее. Ура, мама, у меня песик появился, мама! Лира, ты ничего такого не загадывала, но я знаю то, что ты хотела счастья в вашей семье. Да, в новом году оно будет обязательно. Спасибо, Ночка. Держи это. Это подарок, который ты должна будешь раскрыть. Спасибо огромное. Хоу-хоу-хоу! Все с наступающим Новым годом! Я просто в шоке. Что-то может быть. Открывай же скорее! Телефон? Ну и зачем же он мне нужен? Доченька, алло, алло! Да, мам? Сестра нашлась. А? Нет. Мама, я сейчас приду. Пока все. Лира, спасибо тебе огромное за то, что ты помогла мне поверить в волшебство. Не за что.